Здрасте, я ваша тетя. Нашла я какой-то безумный режим на фотике. Не знаю, возле он отображаться на режиме съемки. Момент. Я даже не прихорашивалась. Я вообще сегодня уже ничего не планировала делать, потому что устала, как собака. И хотела спокойненько поесть. Но увидела коммент, где просят это ваше любимое АСМР. Как же вы меня с ним уже заколебали, откровенно говоря. Вот это АСМР, и надо типа поесть. Вот я тут хотела молча супчик поесть на камеру. Фу, блин, хотела молча супчик поесть. А придется есть этот супчик на камеру. Я не знаю, что получится. Никаких вам плавных движений. Я вообще очень есть хочу. Никаких вам колец и марафета. Ибо я думала, поем, сделаю ванну и свалю спать. А фиг, приходится есть на камеру. Мячика. Я даже специально какие-то звуки делаю при еде. Потому что мне интересно, вот шум компа слышно будет или нет. И как я челюстями шабдарахаю тоже.
после кто-нибудь прибежит, скажет, я совсем не шепотом говорю. Это на всем не АСМР. Я очень гремлю громко ложкой по тарелке. Вот, все. Еще у меня там еще есть на одну порцию. По идее, надо было сварить макарошек. У меня там сыр сушеный. Его бы потереть, можно поесть. Потому что я не думала, что я кое-чем буду занята. Так проголодаюсь. Еда сказала, что она переварится. Я пообещала тогда, да, вот пакетиками пошуршать. А ведь я не все ваши камень-то осилила. Там кто-то мне что-то тележил по поводу, как делать АСМР, если я вдруг его рискну опять снимать. А я не успела это читать. Я даже не знаю, сколько я тут уже снимаю. У меня тут чуть подтаяло. Какие-то порваны. Прям шоколадка. Кстати, довольно вкусная. Мятная. Я хоть без чая, но покажу. Такая вот. Правда, куда ее тебе прививаю вместе? У меня совершенно нет никакого сюжета, чтобы говорить в камеру и нести какую-то муть. И сладкого у меня почти не осталось. Я долго с вами тут не вытерплю. Мне еду обязательно надо чем-нибудь запивать. Чайник не поставлен. И вообще он в другой комнате, то бишь на кухне. Или поставлен, но я не помню. Прикололся, я его поставила и забыл, что включила. Посему, наверное, закругляюсь. Уж извините, сколько наговорила. Пока.